Кроссоны 990 рублей цена. Настолько они полюбились нашим телезрителям, что у нас осталось только два размера. Эти два размера, несомненно, успеете заказать. Номер для заказа 75-469. Оксан, что же такое кроссоны? Володя, кроссоны – это вообще новый тип обуви. Это новинка 2018 года. А кроссоны совместили в себя и слепоны, и кроссовки. От слепонов вверх изделия, нет шнурков, поэтому эту обувь очень легко снимать и надевать. А от кроссовок – кроссовочный тип подошвы. Причем такой состав подошвы используется в беговых кроссовках, а значит, на такой подошве ваши ноги уставать не будут. Но цена у нас не от кроссон, не от кроссовок. Знаешь, вообще что-то среднее. 990 рублей. Я таких цен не видел на легкую, комфортную летнюю обувь. 40 и 41 размер. То, о чем я и говорил, всего два размера остается. У нас на плашке заявлено, что это обувь мужская, но мы хорошо знаем, что это у нас такой вариант унисекс. Давай мы сейчас как раз, может быть, на Олесю посмотрим. Олесь, привет. Конечно. Привет, приветствую вас, дорогие друзья. Вы знаете, я человек не маленькой комплекции, у меня большой размер ноги. И в обычных магазинах найти стандартную обувь просто невозможно, чтобы нигде не жало, нигде не натирало, чтобы было уютно, как в домашних тапках. Влюбляешься в эти легкие кроссоны с первой секунды, как только надеваешь. Также у меня достаточно широкая нога, у меня есть небольшая вальгусная деформация, и поэтому, конечно же, вот такой комфорт, который они доставляют, для меня это очень важно. Мои пальцы чувствуют себя максимально спокойно, свободно, двигаются так, как мне нужно. Идеальный вариант для долгих пеших прогулок, идеальный вариант для путешествий, для того, чтобы поехать на любимую дачу, ну и, конечно, для того, чтобы составить компанию в походе своему любимому мужу. Ох. Почему бы нет? Ну и мне важно, что здесь четко размер в размер. Вот проверила на себе, девочки, и даже не сомневайтесь. Я проверял на себе, да, размер в размер. Выбирайте, кстати, вот те самые редкие женские размеры, пока еще в наличии. Всего их два, 40 и 41. Возможно, и для своего мужчины тоже сможете выбрать как раз 40 и 41 размер. Два цвета, черный, вот, да, нам демонстрировала Олеся, и цвет синий, дорогие друзья. Давай мы поговорим теперь о тех технологиях комфорта, вот о той невероятной мягкости, о которой нам сейчас говорила Олеся, мы это сейчас продемонстрируем. Да, Володь, посмотри, мы говорим, что это обувь безупречного комфорта, и это правда, потому что действительно материалы настолько эластичны, обладают стретч-эффектом, что они подстроятся под самую проблемную зону. Вот смотрите, у меня две руки, да, и именно две руки я определяю в носочную часть, Володь. Да, поэтому получается, супер. Под самую широкую, вот просто богатырскую ногу подойдет эта обувка, да? Угу. Вот эти кроссоны подойдут для самой широкой ноги. Ну и, безусловно, даже самая широкая нога может иметь и вальгусную деформацию, и какие-то суставные изменения, и высокий подъем. И под все эти нюансы широкой ноги эти эластичные материалы верха и подкладки, безусловно, подстроятся. Да, дорогие наши телезрители, это кроссоны, несомненно, для активного времяпрепровождения. В этих кроссонах вы будете отправляться на дачу, вы будете много гулять, ходить в поход, на охоту, на рыбалку, за ягодами, за грибами. Эти кроссоны выдержат абсолютно все. Абсолютно все неровности дороги. Это тоже проверено на себе. Я знаю, ты тоже прекрасно знаешь, да, что у меня есть уже пара кроссон. Я ими очень горжусь. Берегу, можно даже сказать. Да не береги, Володь. Вот именно, что беречь их не нужно. Нужно ходить вдоволь, наслаждаться жизнью. И, кстати, не бояться, что ты можешь поскользнуться. Мы сейчас, кстати, Олесю попробуем продемонстрировать вот этот антискользящий эффект. Олесь, поскользнуться, да? Каковы твои ощущения? Ты знаешь, они очень хорошие. Вот этот вот протектор для меня важен. Я потому что за ребенком, а вот она сейчас после коляски стала активно бегать, это невозможно за ней угнаться. Дождик прошел, что мы будем делать, когда ребенок побежал? Нужно же постоянно его страховать. Вот, пожалуйста, кроссоны вам помогут. А если с собачкой выйти прогуляться, в чем вы пойдете? И, кстати, мне врачи сказали, вот с моим весом нельзя, к сожалению, за активными видами спорта заниматься. Бегать нельзя, слишком большая нагрузка на суставы. Нужно долго ходить. А в чем как ходить? Ходьба, конечно. А в обычных босоножках не походишь, в шлепках пятка будет болтаться, тоже нельзя. В каких-то тонких мокасинах так будешь ощущать каждый камушек и каждый бугорок. Ну зачем же, если есть вот такое чудо, которое, знаете, просто волшебное. Вот мне так удобно, и у меня еще, знаете, какая ситуация? У меня вот с утра один объем ноги, а вот к вечеру они отекают. Но ты, кстати, не одинока, Олесь. Вот да, но у меня травмы многочисленные были на одной ноге сначала в детстве, потом на другой, и в итоге, видимо, может быть, кровообращение недостаточно нормально.
нормальная. Не знаю, что происходит, но, к сожалению, вот сейчас вот такая обувь для меня самая оптимальная. И, кстати, в обычных магазинах, специализированных, когда я приобретаю обувь, она стоит намного дороже, конечно, чем 990 конечно. Рублей. Абсолютно с тобой согласен. Действительно, вообще очень сложно найти сезонную, легкую, комфортную обувь меньше, чем за 1000 рублей. На нашем канале это возможно, дорогие друзья. Вам повезло, кроссоны за 990 рублей пока еще в наличии в двух цветах, 40-й и 41-й размер, номер 75-469.